Украина заявила о вторжении российских войск. Корреспондент Рейтер в Ростовской области сфотографировал колонну бронетехники в 3 километрах от границы с Украиной. На технике нет опознавательных знаков, номера сняты, на броне круги белой краской, у некоторых военных белые повязки. Президент Украины отменил визит в Турцию и намерен срочно созвать заседание Совета безопасности ООН. В связи с фактическим введением российских войск. В связи с фактическим введением российских войск на территорию Украины, заявил Порошенко, мною было принято решение отменить визит в Турцию, несмотря на то, что там было запланировано 7 важнейших двусторонних встреч, которые крайне необходимы Украине. Место президента Украины сегодня в Киеве. На протяжении нескольких недель Москва категорически отрицала обвинения Запада и Киева о непосредственном участии российских войск и специалистов в боевых действиях на территории соседнего государства. В среду премьер-министр самопровозглашенной Донецкой республики Александр Захарченко заявил, что на стороне сепаратистов воюют несколько тысяч российских кадровых военных. В четверг президент Франции назвал недопустимым пребывание российских войск на территории Украины. «Россия должна контролировать свою границу и прекратить поставки вооружений и оборудования», – сказал Франсуа Олланд. «И если будет доказано, что на территории Украины находятся российские солдаты, это будет совершенно неприемлемо и недопустимо». По данным посла США на Украине Джеффри Пайета, российские военнослужащие участвуют в боях под Новоазовском. Канцлер Германии Ангела Меркель вечером в среду по телефону заявила Владимиру Путину, что сообщение о наличии российских войск на Украине нужно разъяснить. Москва пока что не прокомментировала обвинение о начале вторжения.